На третьем этапе у нас 250 метров замены старого аварийного водопровода диаметром 326 миллиметров на полиэтиленовую трубу диаметром 225 миллиметров, пределах 250 метров. Это третий этап. Совместно мы поменяли где-то за три этапа около 700 метров. То есть аварийный водопровод мы практически убрали, положили новый. Теперь абоненты будут с хорошим давлением. Стальная труба лежала в земле, то есть шла дополнительная коррозия, на нее шла нагрузка, соответственно, грунта, вот, и она выходила быстрее из строя. А сейчас это получается как кожух для полиэтиленовой трубы.